22 и 22. В феврале сразу несколько зеркальных дат с повторяющимися цифрами. Такие дни считаются счастливыми для заключения брака. С верой в магию чисел влюбленные идут в ЗАГС. Впрочем, хорошая мотивация сохранить любовь и семью на долгие годы. Браков больше, чем разводов. Такова тенденция по итогам прошлого года. Традиционные семейные ценности остаются в приоритете. В 2021 году зарегистрировано 410 браков вместе с администрациями сел. Эта цифра намного больше, чем за прошлый год. Порядка 30% больше, чем за аналогичный отчетный период 2020 года. Действительно приятно осознавать, что влюбленные сердца решают создать семью, совершают ответственный шаг, и дети, рожденные в таких семьях, будут, конечно же, счастливыми, а это является крепким фундаментом для нашей республики. Средний возраст молодоженов – 20-30 лет. Стало больше пар, вступающих в брак повторно. Специалисты ЗАГСа поддерживают семейную политику государства. Проводят мероприятия, которые сохраняют духовно-нравственные традиции семейных отношений. Чествование молодых семей, золотых и серебряных юбиляров – только часть такой работы. Разводов, кстати, в прошлом году стало меньше. На самом деле статистика хорошая, потому что на 8 актовых записей мы составили в 2021 году меньше о расторжении браков, чем за аналогичный период 2020 года. То есть на сегодняшний день цифра по регистрации расторжения браков 237. Что касается проведения самих церемоний брака, то ковид-ограничения еще действуют, хоть и с некоторым послаблением. В новом году заявление на вступление в брак уже есть. Немало пар, которые хотят заключить брачный союз 2 и 22 февраля. В сочетании с самим годом, 2022, магия двоек должна сработать, уверены будущие молодожены. Но все же самое лучшее волшебство – это любовь и взаимное уважение. Это поможет создать и только укрепит любую семью. Елена Леонтьева, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.